Вообще, они могли бы хотя бы какой-то лефатеху, вайфа, я не знаю, пашетеху. Вечно же у них. Итак, приветствую всех. Такое зеркальце сделаем. Поправим. Так, всем привет. Трубочка. Трубочка длинная. Трубочка хорошая. Давайте-ка мы на нее посмотрим. Так вот. Это вот не трубочка, это вот небо такое. Хорошее такое, красивое небо. Сейчас попробуем показать пробку. Это вот такой закат. Так, кажется, мы сейчас двинемся, да? Так, мы в машине. Нет, не получится мне показать пробку. Пробка растянулась на километр, как часто у нас бывает. Господа наши соседи хулиганят, как хотят. Иди к нему, он спит. Да, не, пускай спит, пускай. Ушамер мерхак. Да, это автобус найдет. Да, фиг с ним. Шумер Мерхак, это в смысле соблюдает расстояние. Так, пробочка для нас сократилась еще на несколько метров, и мы медленно, медленно едем. В принципе, я не знаю, что видно сейчас на телефонах. Вот. Машинка, вот какие-то растения, солнце в тучах, солнце уже закатное, зима не за горами, темнеет у нас сейчас рано, хотя всего-навсего 5 часов 25 минут. Вот. Ага, следям. Следям за мной, да? Сейчас. Имя. Вот он я. Привет. Едем в машине. Другое. Я поэтому не так сильно много говорю. Пробка там на километрик. Как раз тот самый километрик до замечательного нашего. Как это называется? Эль-Аруб, кажется, да? До помывки мира. Да, здорово. Вообще, молодцы ребята. Станцию по помывке машин называется Штифат Шелом, или оно же Чистка мира. Да. Хотя в этих очках и в кепе похож на ZZ Top, но вот так мне Какая больше хорошая нравится. Гавайская гитара. Если хочешь, я тебе надаю ссылок на гавайскую гитару. Ну да. Вот так вот. Ладно. Мне еще надо посмотреть еще немного этот закат. Вот так оно выглядит. Миндаль прямо у дороги. Знаете, что я пока, пожалуй, попрощаюсь. Мы не движемся. И минут через 20 я включусь снова, а пока сохраню батарейку. Может быть, и раньше, чем через 20 минут, когда будет
что снимать, мы будем уже ехать, а не стоять. Вот, и я вернусь. Я вернусь, буду снимать снаружи, что мы будем проезжать. И вы увидите это в прямом эфире на Инстаграме. А попозже, может, завтра утром, я это опубликую на своем YouTube-канале Суперглаз. А пока попрощаюсь с вами. Ой. Yeah, it's a lot of...